Всем привет, с вами Ати, и сейчас мы пойдем в камеру пыток. Да, давай, пойдем. Пошли в камеру пыток. Хочу видеть грязную гонку. И мне что, бегать с этими тремя коротышками? Да ё-моё! Да чё ж мы тупые? Ясно. Туда, что ли? Грёбаные лабиринты. Эй, ребята! Не догоняйте, так нечестно. А, да, весело тут у них в тюрьме. Развлечения есть, спортивные мероприятия. И это здорово. Да-да. Само собой. А теперь куда поворачивать? Туда? Вы уверены? А тебе... А, вперед, хорошо, вперед. А тут куда поворачивать? Сюда. Хорошо. Браво, у нас есть сосис... А, нет, это победитель. Стража, проводите его в мой офис. Добро пожаловать в мои... мою скромную обитель. Короче, ты заслужил награду. Я тебе буду читать стихи. Да, верно. А, эти стены не могут дышать без поэтики. Я не хочу слушать один звук от тебя. Короче, такая вот немножко сомнительная награда. Я требую тишины. The ball, the spirited sparrow. As it doth fly above our dreary jail, ясно, нам нужно not even an arrow. По-тихому организовать побег. 1-4-8-8-3. Хорошо, запомним. Its tail does pour forth from. Ах, да, вот такая вот награда. How once it was imprisoned inside of a cage. Слушать стихи. Хорошо, что я Гайл прочитал. Ой, выучил перед этой миссией прямо. It's painfully obvious you have no interest in the art. My lyrical opus is wasted on your philistine. Короче, он недоволен тем, как мы это все слушали. И нас тут будут немножко распиливать. А, короче, мы в свой временный дом отправились в камеру пыток за то, что мы выбрали не ту книжку. Нас тут немножко пилят, немножко насилуют, не знаю, что нам с нами делают, но явно не очень хорошие вещи. Тьма поглотила разум героя, и его жизнь тоже. Другой год. Короче, вот так и погиб герой. Jack of Blades was free to roam Albion. The hero would not be beaten. He would be free. Так что, нам надо заново? Да нет. It's a special day today. You'll find out soon enough. Let's bung him in the holding cells with the others. И ясно. Well, мы не погибли, мы немножко постарели.
И сейчас будет следующий раунд. О, да. Видимо, мы не так уж сильно пострадали. Опять мы здесь, с нами разговаривает этот мелкий хоббит, которого даже штаны оставили. Мне бы штаны оставили. А то я бегаю с этим британским флагом. О, ну смотрите, у меня вся задница на британский флаг. После этих пыток. Это не дело, ребята, это не дело. Эх. Да-да, опять то же самое будет, опять забегим. Ясно, надо будет попробовать среднюю книжку. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да, давай, пошли. Что у нас сейчас будет? Опять бега, да? Да-да-да-да. Хорошо, бегом. Бегом. Бежим, не отстаем. У нас уже подлысины отросли. Здорово. Блин, сколько моему герою уже лет? Ему, наверное, лет за 70 уже. А все равно бегает такой накачанный. Эх. Да. Не ходите, дети, в тюрьму. Там ничего хорошего вас не ждет. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Я помню весь маршрут. Эх, вот бы сюда мой меч. Да-да-да-да. Да-да-да. Да, я атлет. Атлет — это сыр есть такой клевый, кстати. А сыр — это хорошо. Ну что, в офис? Запомни, я хочу полную тишину. Хорошо. Кот тот же? Нет. Кот уже изменился слегка. Та-та-та-та-та-та. 4504. А что мешало перегнуться через эту стойку и глянуть туда в листок? Ладно, вторая. Что во второй у нас? Ключ. Ты не заинтересован в искусствах. Мой лирический опус затерян в твоих гребаных ушах. Возвращайся, но у нас есть ключ в штанах. Похоже, начальник тюремщика потерял свой ключ. И это хреново. И пошел себе дальше. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так, что нам нужно? Нам нужно, наверное, выбраться отсюда. Что у нас здесь в этих бочках есть? Палка. Отлично. Да, революция. Долой старый режим. Режим в этой тюрьме, я имею в виду. Давайте, что ли... Что здесь у нас? Мясо. Эй, обниматься я не хочу с тобой, мужик. Ты зэк. Да-да-да-да. Да-да-да. Все уходим. Ну чё, у нас теперь небольшая армия. А теперь пойдемте мочить этих стражников. Кантиард.
По стелсу не получилось. Ясно. Ой, знаете что, ребята? Пожалуй, я вас оставлю. Камера пыток. Нужно сначала вернуть оружие обратно. Нужно найти оружие перед тем, как мы уйдем. Хорошо. Где у нас оружие может быть? Это что у нас? Селблок. Нет, это нам не нужно. Явно не то. Привет, привет. Здесь у нас второй блок. Здесь немножко все печальнее, но мы нашли маленькие усики. Вообще какой приветливый. Где же наша снаряга может лежать? Наше обмундирование. Давайте покушаем. Еда дает нам небольшой опыт. Хорошо, хорошо. Мы нашли зелье лечения. Это уже неплохое такое предспорье. Когда теряешь всю снарягу, начинаешь ценить каждую мелочь. Ух ты, ботинки. Плейт. Уже хорошо. Инвентарь. Клофинг. Hands no gloves. Конечно же, фит и плейт бутс. Ну вот, теперь я хотя бы не голый. Теперь я в ботинках. Ох, как здорово. Так, где еще можно найти свое... свое все? Так, надо все разнести вот эти ящики, на всякий случай. Ох, с ними связываться нет смысла. Они нас просто пошинкуют. Ох. Ни за что бы не подумал, что я такой беспомощный и без оружия. Что это у нас тут? Ну-ка. Guard gloves. Неинтересно. Тут у нас что? Guard boots. Не очень интересно. Здесь у нас guard hat. Head. Hood. Ну, по стражника гримироваться я не буду. Я намерен их всех вырезать. Guard shirt. Shirt. Здесь у нас что? Татушка. Татушка, это хорошо. Татушка на тушку. Эх, а тут у нас, наверное, все снаряжение, да? Эй! Да. Чё? Ты что-то говорил? Melee weapons? Harbinger? Ranged weapons? Ebony... bow, конечно же. Итак, inventory. Items. Нет, не items. Нам нужно clothing, head... Chainmail head. Конечно же, hands. Plate. Хорошо. Да, ё-моё. Торсо. Вот оно, plate. Только plate, только хардкор. И plate leggings. Ну и fit. Так, plate...
Ну, они, у меня, кажется, и одеты как раз. Да? Хорошо. Ну что? Теперь ты не такой крутой, да? Хе-хе. Хе-хе. Хорошо, теперь можно идти путешествовать. Все дозачистить, все досмотреть. Привет, мужики. У нас там, по-моему, незаконченные дела были где-то, да? Хорошо. Хорошо. Приятно вернуть свое снаряжение обратно. Ну что, совершим еще пробег. Так и на прощание. Может быть... Да, какой может быть? Нет там нифига. Эх, ну ладно, тогда идемте обратно в камеру пыток. В пыталовочную, как говорится. Там кто-то где-то бегает, фантомный в стенке. Но мне кажется, это уже его проблема. Ладно, идем. Думаю, мы сейчас сможем выбраться из этой тюряги. Хорошо. А теперь нам нужно сопровождать Скарлетт Роуп. Ну, хорошо. Сопровождать так сопровождать. Здесь у нас есть немножко стражи. Хорошо. У нас есть снаряжение, поэтому... Я как бы не против. Главное, чтобы они только меня били. А то я ненавижу эскорт-миссии, потому что иногда предмет эскорта уничтожается. И получается очень плохо все. Вот так. Зарубили и все. И довольные пошли. Эх, лепота. Даже матом ругаться не хочется. Как все-таки здорово бегать в полном снаряжении. Это я понял только тогда, когда я все это потерял. Я понял, какая игра сложная без эквипа. Ясно. Ясно. Ничего полезного нас тут не ждало. Привет. А все равно успел попасть по мне. У них боевая подготовка очень даже неплохая, я заметил. Ай. Немножко неверно использовал свою магию. Свои колдунства геройские. Да-да, я знаю, что нам надо бежать. Без проблем. И как можно скорее отсюда, потому что я сам уже заколебался. Здесь у нас кто водится? Никого? Ясно. Уже хорошо. Значит, жить можно. Ой, скелетики. Ё-моё, вас, наверное, можно голышом палкой мочить. Серьезно, они какие-то вообще... Как неживые. Эх. Но экспо, тем не менее. Немножко экспо никогда не повредит. Так, подземный туннель. Отлично. Бочки мы, конечно, трогать не будем. Привет, стражники. А что вы тут делаете, собственно? У вас там бунт произошел? Вы должны, я не знаю, где-то там все находиться. Да-да, привет, грибочек. Привет. Или он мне говорил что-то другое, не привет. Ну, что-то похоже на привет сказал. You're dead. Что-то такое, да. Так, привет, мазила. Вот зачем тебе арбалет дали, чтобы ты мазал по всем подряд, да? Эх, народ, народ. Да ё-моё. Так, у нас кончилась мана. Или мана, как некоторые говорят. Тыц-тыц, мана-мана. Так, а вот и подземная камера. Ну, похоже, мы уже на выходе. Отлично. А раз мы на выходе, значит, можно...
Чё? Ктулху? Ктулху пробуждается? И в натуре Ктулху. Да. Ясно. Значит, тебя надо рубить, ты докулят проклятый. Против тебя должна быть какая-то тактика. Я примерно помню тактику, как мочить тентакля. Надо сначала прокрасться мимо него, кидать гранаты, чтобы он отвлекался. Не паникуем, не паникуем. Как же тебя мочить, тварюга? Нет, все-таки надо ждать, пока ты ударишь своей когтистой лапой, и потом тебя рубить. Что? Ой, ну кто озвучивал тебя? Да ё-моё, как же тебя мочить? О! Ву! Ясно. Сначала нужно по каждому тентаклю навалять. Понял, понял. Обычный босс, классический. Так, еще минус один. Еще минус один. Нет, не минус один. Надо все-таки им какой-то дамаг нанести. В таком случае зачаровываемся. Блин, реальный босс. Ясно. Ну что, морда, вылезать будешь? Вылезай! Хорошо. Давай еще разок попасть. Отлично. Зачарованный удар решает. Куча дамага можно нанести в единый момент времени. Все-таки я имбовый персонаж. Как показывает практика. Ладно. Давайте валить отсюда. Ой. Конечно же, соберем опыт. А, опыт пропустили, опыт пропустили. Не пропускаем, не пропускаем, не пропускаем, не пропускаем, не пропускаем. А, множитель падает, нет. Ну ладно. Чуть-чуть экспо все равно мы собрали. И это хорошо, мне кажется. Это просто здорово. Прекрасно. Фух. Похоже, квест конец. Месть. Как солнце для героя. И много веселых вещей. Отомстил, короче, и слепоту сестры, и заключение матери. И у нас ботинный размер ноги, наверное, 68-й. Судя по этой картинке. Ну чё, круто?
Знаете, как удобно ходить, например, по болотам или по снегу? Не проваливаешься же. Хотя можно, наверное, и по воде ходить. Ох, выглядит очень... нехорошо. Джек где-то рядом к мечу. Я чувствую это. Нам нужно найти ключ, который скрыт где-то в монастыре, в аббатстве, или где-то там, не знаю. Короче, посмотрим. Но все это будет, конечно же, не в этой серии. Она нам говорит сейчас прямо так. Нам нужно найти свою сестру, пока ее не нашел Джек. Пойти в Дарквуд и исследовать портал. И еще у нее для меня подарок. А что за подарок? Больно. Неприятно. Что это такое, интересно мне знать. Наверное, экспы много. Прикольно, да? Теперь я смогу говорить с тобой через гильдию. Через гильдейского оленя. А теперь что-то надо Терезу найти. Ясно. Я по возрасту уже стал старше своей матери. Вот так. Так, сохранение игры, автосейв. Знаете что? Пошлите-ка нафиг в гильдию героев. Вот это было приключение. Всем приключения, приключения. Ху-ху-ху-ху-ху. Ну что у нас тут есть? Новые квесты. Бандит Spy Extraction. Выглядит эпично. И звучит тоже. А что мы можем взять? По Стрэндже. Ну нет, здоровье нам не сильно нужно сейчас. Accuracy и Guile. Конечно, неплохо, но в первую очередь, первым делом нам нужно, конечно же... Так, физический щит у нас полностью прокачан. Значит, нам нужна мана. Хорошо, а потом уже скилл. Accuracy только можем взять. Не, Accuracy нам не очень сильно нужно. Значит, опять давайте магия. Физический Assassin Rush. Я не знаю, я им как-то не особо пользуюсь. Атакующие заклинания. Вот мультистрайк, это да, это тема. Как раз нам на него есть. Ну вот, хорошо. И что еще мы сможем взять себе? Ничего полезного. Ясно. С каждым левелапом мы все старее и старее. Интересная фишка игры. Знаете что? На этом давайте заканчивать. Как раз время подошло, наверное, к концу. Да, получили последние серии какие-то не очень длинные, коротенькие, но зато, зато будут выходить гораздо чаще. Мне кажется, это очень даже хорошо. Не будете обо мне забывать, по крайней мере. Ну ладно, давайте что ли сохраняться. Options, World Save. На 18-й слот уже. Хорошо. 18-я серия. Хорошо продвинулись. Надеюсь, скоро мы уже пройдем эту игру. Ну что ж, с вами был Ати, всего хорошего и до новых встреч. Они будут когда-нибудь? Наверное. Возможно, что-то в этом роде.